Йоу, ребят, всем привет, с вами Артём. Играем мы в игру обзор автомобиля. Сегодня у нас на обзоре вот такой ZIL 103. Как бы, ну, кто был у меня на канале раньше, он знает, что я еще снимаю прохождение игры ZIL 103. Ну, вот такой у нас ZIL-чик сегодня. Давайте-ка вот так вот заведем его. А габариты все работают. Свет есть. Выключим, блядь. Есть вот такие еще мигалочки. Поворотники работают. А, коробка не анимирована. Так вот, давайте остановимся. Вот. Давайте включим вот эту камеру. И посмотрим, там, какие на нем здания есть вообще в этой игре. Давайте пытаемся от первого лица. Кто знает, я раньше снимал эту игру в реальной жизни. Скорее всего, начну заново снимать. Но это уже будет на... Ну, почти эту игру, чуть-чуть другую я нашел. Скоро в дальнейшем, думаю, скачаю. Так. Нам сейчас прямо едем за лесом. Давайте его. Ух ты, как он носит. Обгоняем и вот под тормозом. Не, играть от первого лица в эту игру. Немного не. Вот мы и врезались. Так. Немного неудобно. И непривычно еще. Так. Заворачиваем и едем на лесобос. На лесоперевалку. Загрузиться. Включаем маячок. О, вон и глюк с автобусом есть. И вот до сих пор так не убрали. Такс. Опа-на. Оп. Груз, по сути, у нас не анимирован. То есть он вообще никак не двигается. Вот такие два у нас маза. Чувачок стоит. Разгоняемся по максимуму. Сегодня прям еще его максималочку. Давайте еще один. Как понимаю, тут одно и то же. Да. Сейчас едем на карьер, после чего мы едем. Так, ладно, пофиг. Вот так вот проедем. После чего мы обратно нам продолжим на лесоперевал съездить. После чего нам предложат уже обратно сюда. Загружаемся. И газуем. Вот про дорогу мне вот это вообще не нравится, эти кочки, все такое. Вот и баг. Просьба разработчиков будет, попросить надо будет, чтобы они этот баг убрали. Ребят, тем более еще плюс у меня есть к вам просьба, подскажите, вам охота, чтобы я снимал игру Moto Derek? Как бы, если вы хотите, я буду ее снимать. Отменить. Давайте его сейчас проверим максимальную скорость.
как бы даже ради этого сейчас вот все отключу. Тоже уберу эту панельку. А вот это здание, оно изменилось с последним обновлением. Сейчас выйдем на прямую и проверим его максималочку. Как бы тут машин обзор еще хватает. Так, Samsung 80. Он точно быстрее предыдущего. Восемь семь где промелькнуло. Но тут уже повороты, и 87, короче, его максималочка на данный момент. Давайте еще вот. Ну все понятно, это все с ним. У него максималка 87. Поехали. И вот везем, где мы взяли. Вот такой у нас короткий видосик получается. То есть мы протестировали этот автомобиль. Следующий у нас, я точно помню, на обзоре будет ZIL-131, модель чуть-чуть новее этой. Как видите, я выключил деревья, тут просто вот такое поле. Игру постараюсь скачать в ближайшее время, но как обзор сделано, тут везде у нас каждый транспорт. Так, все. Гуш, ручничок. Вот такой у нас сегодня казачок. Был коротенький обзор на него. Ребят, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока-пока.